Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске мобильное Родео, кровавые разборки, олдскульное РПГ, симулятор козла, истребление зомби и трэш от трэша. Если у тебя стальные яйца и ты настоящий мужик, тебе самое место на Родео. В новой игре PBR Raging Balls. Продержись на быке как можно дольше, вовремя тапай по экрану. В твоем распоряжении 14 наездников и куева туча быков, начиная от стандартного и заканчивая телепортирующимся быком. Payback 2 — это в каком-то роде наследник первых серий GTA. В твоем распоряжении 7 городов и 9 режимов игры по мультиплееру. Участвуй в кровавых перестрелках, воруй авто и дави врагов, сражайся на танках и вертолетах, участвуй в гонках и погонях. Тебя ждет убойный геймплей и веселое времяпровождение с друзьями. Hail to the King — это типичный RPG про хаос и разруху на земле, про злых демонов и орду нечисти, про месть и предназначение. Но есть в ней что-то олдскульное и притягательное. Это касается не только графики 2000 года. В игре продуманный сюжет, обильное разнообразие врагов и лута, запоминающиеся боссы, куча смертоносных ловушек и загадок. Самый идиотский, безлогичный, багованный, сумасшедший и всем любимый симулятор козла теперь появился на мобильных платформах. Управляя козлом, ты будешь разносить в пух и прах все, что попадается на пути. Прыгай под колеса, сноси поезда, бей человеков и набери как можно больше очков в таблице рекордов. Если тебя еще не заебало истреблять зомби, значит ты достойный член элитного подразделения, сражающегося против смертельной эпидемии. В Zombie Objective тебе предстоит защищать пострадавших жителей и солдат, собирать необходимые запасы, оказывать снайперскую поддержку и, прежде всего, убивать долбанных выродков. В игре 7 территорий, 7 режимов игры, 12 видов зомби, свыше 20 видов огнестрелки и многое другое. Ну и приступим к трэшу. Я понимаю, что турки суровые ребята, и назвать длинноволосую красавицу, заточенную в башню, Ропе Унсер, для них свойственно. Но что в ней делает лысый гопник в спортивках и белых носках в туфлях, я не понимаю. И к чему эти гусарские усы? Короче, взбираясь вверх по оторванным локонам волос и собирая сердечки, ты будешь добираться к очевидно уже лысой, как сам гопник, красавице. Так что качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты настоящий мужик с гусарскими усами. Будь мужиком с гусарскими усами, блин. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.